Из чего состоит грамотный уход за полостью рта? Уход за полостью рта – процедура, которая предписывается пациенту стоматологом. Желательно посещать стоматолога не менее 2 раз в год, и стоматолог делает коррекцию из процедур и средств гигиены, которые он рекомендует. Обязательными компонентами чистки зубов и десен являются зубная щетка, зубная паста, флосы, так называемые зубные нити, и ополаскиватели, которые обязательны в применении ежедневно, утром и вечером по специальной методике. Днем же достаточно после приема пищи прополоскать рот. А правда ли, что зубную щетку необходимо часто менять? Достаточно менять зубную щетку 1 раз в 2 или 3 месяца. Со временем кончики щетины деформируются и становятся более травматичными для эмали зубов и для десен. У качественных зубных щеток, таких как щетки Глистер, кончики щетины закругленные. Это сделано специально, чтобы избежать излишнего травмирования мягких тканей десен и эмали зубов. Зачем зубной пасте нужен фтор? Фтор необходим в зубной пасте для правильного формирования кристаллической структуры эмали, чтобы повысить ее антикариесные свойства. В зубной пасте Глистер количество фтора сбалансировано, поэтому ее можно рекомендовать для ежедневного применения. Как часто необходимо использовать жидкость для полоскания полости рта? Ополаскиватель Глистер закрепляет полезные свойства зубной пасты, поэтому его следует применять после каждой чистки зубов. Что такое индекс абразивности, на что он влияет и какой уровень абразивности является критическим? Индекс абразивности или индекс RDA отражает качественные свойства зубной пасты к удалению зубного налета и пигментных пятен с поверхности зубов за счет физической полировки, тем самым способствуя осветлению эмали. Указание индекса RDA или индекса абразивности стандартами Российской Федерации не регламентировано. Вместе с тем, следует иметь в виду, что зубная паста Глистер имеет усредненные показатели абразивности. Как часто можно использовать отбеливающую зубную пасту и должна ли на ней быть специальная предупредительная маркировка? Следует разделять понятия отбеливания и осветления зубов. Отбеливание зубов является строго медицинской процедурой и обязательно проводится при участии врача. Процедура осветления представляет из себя удаление с поверхности эмали зубного налета и пигментных пятен от крепкого чая, кофе, красного вина или табака. Зубная паста Глистер относится к осветляющим, поэтому может применяться самостоятельно и на регулярной основе. На какие знаки отличия стоит обращать внимание при выборе средств гигиены полости рта? Лучший показатель качества – это наличие знака одобрения Стоматологической ассоциации России. Он свидетельствует о высоком доверии профессионалов к конкретной зубной пасте или щетке. Решение о выдаче данного сертификата принимают признанные специалисты и ученые в области стоматологии. Вся продукция линии Глистер отмечена знаком одобрения Стоматологической ассоциации России, что свидетельствует о ее высоком качестве. Можете ли вы порекомендовать линию по уходу за полостью рта Глистер? Могу и с уверенностью рекомендую. Зубная паста, зубная щетка, нити и ополаскиватель линии Глистер могут использоваться всей семьей для ежедневного и эффективного ухода за полостью рта.